Утром в постели, днем на работе, в туалете, в ванной, вечером на одной подушке с мужем или женой. Где угодно мысли, изматывающие мысли, шум в голове, постоянное накручивание, постоянное изматывающее состояние. Сами себя засовываем негативными мыслями, негативными проявлениями. Хочется тишины и спокойствия. Одна неделя, 6 дней, 7 этапов избавления. Избавимся от шумов в голове, которые мешают и изматывают. Как результат избавления от негативных мыслей, от шума в голове, от изматывающего состояния, от самоистязаний, приобретается у нас легкость, свобода, осознание, понимание, счастье, радость. Всем желаю избавляться от шума в голове, который изматывает, который заставляет быть все время раздраженным, все время негативным. Желаю вам спокойствия, желаю вам снимать и убирать этот шум вообще из вашей головы. Когда в голове тишина, простор, спокойствие, осознанность, понимание, осознание, пишите мои хорошие плюсики или «хочу избавиться от шума», «хочу избавиться от негативных мыслей».